Я не был как следует знаком с Александром Косенковым, встречались от случая к случаю, в основном на коллективных выставках, где его картины всегда вели к себе. И вообще чаще как раз попадались его картины, чем сам художник, очень скромный и спокойный человек. И вот сейчас я пришел пораньше на персоналку Александра Косенкова, памяти Александра Косенкова. И бродя по пустынному залу, где только ты и его картины, понимаешь, какого масштаба это дарование и как удивительно просто то, что он делает. Линия, цвет, математически, как кажется, точно высчитанная формула, вот эти вот березы Декарта, посаженные на какие-то евклидовые или эйнштейновые пространства. Вообще, конечно же, любое искусство – это система условностей. И понятно, что анатомия воображаемая, перспектива фантазируемая, и поэтому либо зритель принимает эту систему условностей и верит в то, что вещи, которые выглядят совсем иначе, все-таки живые, или нет. В каждой картине Александра Косенкова, от которой, вот еще удивительный эффект, буквально идет тепло. Может ли быть, что цвет передает нам еще и вкус или тепло этой вещи? Да, если это настоящее синтетическое искусство, когда, правда, ты видишь яблоко, его цвет, его форму, и ты уже ощущаешь его вкус. И картины Александра Косенкова точно так же приоткрывают, как форточку, как дверь, окно в другое измерение, потому что в них не внешнее правдоподобие, потому что он сумел заглянуть куда-то глубоко во внутренний мир вещей и услышать их, понять, что они говорят или о чем они молчат. Помолчим и мы в пустом зале, где есть только живопись Александра Косенкова на Невском 60. Выставка работает совсем не так долго, спешите. С таким чудом вы еще раз, в другой раз, не скоро встретитесь. Thank you.